Эй, с вами Шумики, мы продолжаем родить игру под названием Borderlands 2 DLC Борьба Лилит за вот эту вот местность. Ну, не эту именно местность, а за это все. Так, короче, мы очистили путь, поэтому мы можем спокойно заехать в локацию, но у нас есть миссия Железяки, которую мы, конечно же, выполним. Ой. Rumor is, some doll miner dudes got trapped in there back in the day. But Stanton Doll decided to seal the mine instead of rescuing them. No bandit has set foot near there since. Bring me back something nice. Stepping foot in that mine. Подойдешь в шахту, пересечешь красную линию. Налетчик. Предупреждаю. Не пересекай ее. Окей. Так, мы. В плохой территории. Так, бочка с кислотой, там кто-то уже ходит. А, блядь, огнеметчики. Сука. А у меня только снайперка, да, электрическая? Хорошая бомба. Покажи свою голову, приятель. Что я стал в последнее время косой? Ладно, продажа сойдет. О, это было ошибкой. Я похороню тебя, налетчик. Может, вход в мою лабораторию находится в шахте. Просто следуй указателям разведчика. И не переживай. Который попался в эту ловушку, умерли ужасной смертью много лет назад. Бум! Проклятое привидение. Так, ну, блоки я все равно поставлю. Бля, они на меня напали. Это же шлак! И это очень плохо. Так, ну по сути нам задание... И тут, и там. И туда еще сходить можно. Так, давайте сделаем таким образом. Я схожу сюда, посмотрю, что там. И эта хрень чистится. А для того, чтобы почистить мне проход, мне нужно поставить камешки. Ладно. Так, там у нас был только один, да, чувак? Окей. Блин, мне Borderlands нравится, потому что здесь... Лутер, один момент, я активирую лабораторный лифт. Скоробей 191 потерял много хороших людей после того, как Даль бросил нас умирать. И тогда Пандору, Райм и Крайм нас никто не сможет, и ты мне не помешаешь. Так, окей, давайте запустим. Блок один. Thank you.
Будет прикольно, если я запущу этот наконец все-таки. Ага. Ну, включаем блок цепи. Теперь пришло время для моего гениального плана. Криптовалюта, начни добывать. Мне то, что называется кристаллы. И пока ты там следи за этими кровными паукообразными, они создают туманную сеть. Если ты будешь осторожен, они поймают тебя. Окей. Наш автомат сделает все. Вау. Ну, я думаю, лучше использовать этот. Пока что паукообразных мы с вами не видим. Теперь, когда Гиперона нет, у нас появился перспективы. Пора выполнить маневр, который продолжит нам путь к краю. Шаттлы готовы, все идет по плану. Парни готовы, давно у них и не было хорошей битвы. Ох, эти дети налетчики поняли, не имеют, что их ждет. Да, они могли бы стать самыми крутыми сукиными детьми в округе. И тогда начнется. А, блядь. Что мирное время притупило их остроту. Все, что нам нужно сделать, это вернуться в наше настоящее веселье. Окей. Так, паучков, уничтожить темную сеть. Одну. Добыть кристаллы. Так, что по местности? Довольно большая, на самом деле. Начнем тогда против часовой стрелки. А это, слушай, не те монстры, которые из кристалла вылазят. Просто я помню таких чувачков. Угу. Продам, продам, продам. Оу, знак. Культ хранителей. А почему они... Так, ну, я помню, в принципе, жопа это их не слабое место. Просто ждем, пока он атакует, и... Хотя они не так уж много дамажат. Но это маленькие муравьи. Но здесь они пауки. О, вижу, там кристаллы. Ладно, попозже. Темная сеть — это матка ихняя. Темная сеть, то есть иметь черная вдова. It's working.
работает. Ценность кристаллов Бэха, которую я получаю. Ладно. Привет! Хоп. Готово. Так, подожди. А где еще будет один кристалл? Или там остальные? Если хочу нормально пронести урон, без базуки здесь не обойтись. Ну ладно. Короче, я понял. Развертываю автоматическую турель. Получается, муравьи-пауки в моем кристалле Бэкер. Шахте нет места. Скатерть дорогу. Так, где мой дробовик? Бац-бац-бац-бац. Блин, я просто не понимаю, как на самом деле работает этот дробовик. Просто меткость у него не очень. Очень не очень. Так, где мои кристальчики? Ну? Да, принеси мне мои богатства, слуга, немедленно. Эй, Лилит, мне надоело тащить всю команду. Возьми свои алые налетчиков и засунь себе сама знаешь куда. Окей. Так, возвращаем. Перезаряжаем то, что можно перезарядить. Блин, ну не знаю, в принципе, дробовик легендарный, но... Он мусорный. Вот честно. Ну просто где урон весь? Хотелось сократить, не сократилось. Странно то, что здесь пасхалок нету. Ну, типа, есть, но... Может, их... Может, просто я их не замечаю. А вот и турель! Мерзость! Спасибо, зайка. Все, пошли. Напали. Фиолетовый, красный, желтый. Я бы сказал, что это не те черепашки, но они были просто подписаны обычно. Что тогда, железяки сбегали, давайте, и потом вернусь уже сюда. Ну, в железяки запустимся. Так, вот он мой железяка.
Очень неплохие новости, слуха. Я понятия не имею, как это произошло, но стоимость кристалла Бэха обрушилась. Они ничего не стоят. Ничего! Думаю, мне придется умолять Лилит взять меня обратно. О, Лилит, могучая правительница Алых Лилит, умоляю тебя, пожалуйста, возьми меня на старую работу. Прости, что бросил тебя в трудную минуту. Хорошо. Спасибо, ваше милосердие. Спасибо. Конечно. В качестве искупления моих дурных поступков я предлагаю тебе 7 миллионов кристаллов Бэха. Хорошо. Это все? Нет, спасибо. Так, все, да? Богов, но вы твои... Ну, все получилось, у нас осталась только сюжетка. Начнем тогда уже у лифта. Ну что, вот и я. Ну, погнали. Исследовательский центр. Ну, по идее, мы должны здесь с ученым встретиться. Ох, видимость хорошая. Так, нажать Tab. Принеси мне образец крови, чтобы я начал синтез антидота. Будет приятно снова увидеть человеческие лица. Сейчас все принесем. Магазин здесь есть? Тут есть сейф. Какая-то слишком короткая лока. Боеприпасы Маркуса и убийство понятия неразделимые. Сопротивление электричеству, ПП, урон от стрельбы, меткость. До свидания, друг. До свидания. Ой, подожди, пули. Высокое качество, низкие цены, никаких гарантий. Откуда мы знаем, куда мы сейчас придем? Помни, у нас всегда открыто. Ну типа, мне предлагают закупиться пулями. Чудесные новости. Во время поисков я в заброшенном комплексе и наткнулся на несколько странных шахтеров, умирающих от странной болезни. Когда я объяснил, что я ученый, их лидер приветствовал меня с распёртыми объятиями. Его больше всего интересовало мои исследования в области биокуплов. Я был собирался уже уйти, но он попросил меня осмотреть его людей и облегчить их страдания, насколько это возможно. Очевидно, они пережили какую-то аварию в этой шахте. Почему у меня 3 каких-то бафа, но они не активные? Инфекционные, они уж, короче, заражены. Так, а туда, интересно, по идее можно залезть. Но это тяжко сделать. Так, тут у нас что? Знак хранения. Хранилище хранения. Вы нашли одну из эхозаписей журнала полковника Гектора. Послушайте ее и посмотрите, какие парни, новые пандоры вы
откопали. Это полковник Гектор Даллес 191. Командование корпорации оценило наши жертвы и пообещали нас станцию где-нибудь на отшибе, подальше от фронта. Сегодня получил координаты нашего нового поста. Брас говорит, что это рай. Планета называется Пандора. Звучит неплохо. Ну, типа, почему бы не? Давайте попробуем. Одним заданием меньше. О, нихера себе. А чё так жестко? Стоять. Автоматическая турель готова к стрельбе. Так, вот это вот жестко. Лови хлопушку! Ой-ой-ой! Тихо. Пора убивать! Нифига себе! Чё он такой жесткий? Крутизна. Ну, слушайте, пистолетик. Ну, пистолетик. Перезарядка, емкость магазина увеличена. Так, навык давления. Что за навык? Что вот это дает? Борьба за жизнь и урон. Перезарядка. Ладно, похуй. Как бы то ни было, патроны мне очень сейчас нужны. Но он меня не заметил, это хорошо. Не заметил, значит, можно свалить. Но я не знаю, насколько локация опасна, поэтому... Я немного так, с осторожности хожу, смотрю. Черт! How's about nobody dies, okay? You're no better than Hyperion. You just ain't good enough, traitor. Work, prick. Gonna hit you where
Так, патрон не хватает. Окей. Оу. Как оно резко появилось. А, тут вентилятор. Я подумал, отсылка будет на этого. Да, забыл. Плевать. Так, ну я... А, она подо мною. А-а-а. Блин, ну я понимаю, что мне вниз нужно идти. Давайте я приостановлюсь, пойду закуплюсь патронами и сюда вернемся. Короче, дробовик я решил продать. Вместо дробовика я оставил пистолете, который мы до этого... Касси, ты скагаснада предатель, ты мог бы получить угол в раю, но на Новой Пандоре нет места трусам. Посмотрим, как долго вы сможете не дышать. Нет, это маньяк выпустит газ прямо в комплекс. Я не хочу... Я могу это исправить. Одну минуту. Отказ от изоляции. Включен вторичный. Что-то там. Ой, я на снайперку пуль не купил. Ладно, плевать. Фух. Okay, ладно, будем считать, что все в норме. Большая часть лаборатории все еще в безопасности. Направляйся ко мне. Искатель хранилища. Дезактивность завершена. Действуй осторожно, лапы. О! Ладно, перезаряжаемся. Ой-ой-ой. Электрические снаряды против меня, это тоже действует недурно. Так, хорошо, что здесь у нас в тюремных камерах? Так, во-первых, их надо как-то открыть. Если на то пошло. Так, боеприпасы. Деньги мне не надо. Тут заключенные были. Так, боеприпасы. О, блинчики. Ага. О, знак борды. Пули, хорошо, пригодятся. Так, а теперь думать, как камеры открыть.
Проводки, проводки, куда? Ага. Мы пришли на Пандоре. Я буду скучать по легенде души битва. Резня на Джундай 7. Естественно, так, на Эден 6. Ну это все ради блага моих людей. Счастлив, ублюдки никак не перестанут кричать о рае, зеленые холмы, питьевая вода, и никто тебе не содержит насмерть. Черт, я и сам начинаю в это верить. Пандора, мы идем. Ну короче, он челик на самом деле хороший. Просто его наебали. И все пошло не очень. Все пошло не очень. Мне интересно, кто это рыгает. А, все, я понял, кто это рыгает. Перед встречей я думал, что я умру. Только Атлас откажет моим слугам, но споры, которые я обнаружил, легкость мне с кусками рода из Гектора пообещал анонсировать этот комплекс, дали самое современное оборудование, если я направлю свои исследования на то, чтобы сделать Пандору более пригодной для жизни. Мы называли наше новое начинание Пандорский рай. Короче, на самом деле вы уже поняли, что они на самом деле ничего плохого не хотели. Это же шла. Так, вы мне... Куда идти? Да я так как-то на самом деле не очень разобрался. Типа вот, а, все нашел. Так, я еще выше, да, могу попасть? На холмы. О, сундук. Тут пистолет. Ладно. Задание выполнено. Этот можно продать будет. Как раз магазин уже рядом. В этом изоляторе есть аварийная консоль. С помощью нее ты сможешь вывести откосы газе. Главное, чтобы мне давали пацана пули. Ну, видно, эксперименты ставили. Только зачем эксперименты тогда ставили? А, они же были заражены, точнее. Очень хорошо. Теперь ты можешь передвигаться, не превращаясь, как говорится, мой брат вон в овощного монстра. Да, это было бы и печально. Ах да, вооруженная охрана. Позаботься о них, пожалуйста, искатель. Дезактивация завершена. Thank you.
Ой, а что это за Тихо. Окей. Окей. Давай, проживи еще немножко. Ладно, сойдет. И этой... Если это рай, то я одинокий бармаглот на свой зад Абалуну. В этот момент дерьмовую планету Доль официально передал 190-ю станцию шахтерской бригады под город Рай. Но мы поработали над этим. Мои парни были готовы порвать наших на куски. Но я сказал им, что лучше не надо. Умирать хотелось бы в это верить. Короче, их специально... закинули сюда, чтобы они как они сдохли, как я понял. Так, не хочу мясорубку в эту пасть. Давайте хотя бы докуда-то дойдем, я не знаю. И заканчивать будем. О, пули, стой, у меня пули прибавились. Ладно, понемногу, но пускай хотя бы что-то. Деньги нам не нужны. О, у меня уже полный автомат, нихера. Мне всегда казалось странным, что в почве этой планеты нет необходимых строительных элементов для созревания флоры. Но в то время как сама Земля противляется появляющейся растительности от пустыни до тундры, что обнаруживающие при трещинном наблюдате те же споры, что заполняют легкие атмосферы Пандоры. Сделай глубокий вдох, Касси. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Ой, бляха-муха, да ну. Ладно. А это я где? Блин. Хочешь познакомиться с моей подружкой? Лови хлопушку! Yeah!
Кто там втихаря так нападает, вы чё? Я тоже могу гранаты кидать. Так. Ядовитые росточки. Давайте я безбашенность скачаю, как раз один жетон. Сколько у меня там пули этих? А, фу, магазин. А, точно, я шумер. Ты уже близком. Ах, трепет перед научным прогрессом возбуждает. Не правда ли? Знаешь, когда все это закончится, я... Пожалуй, приму предложение этой ученой дамочки. По закону, я должен уведомить тебя о том, что я не настоящий доктор. Ты поосторожней там. Так. Спасибо, что без... Уверен, я скоро вновь тебя... Уверен, самое мое загадочное достижение, когда я наблюдал в шахтеры, один из них вдруг пустил неудержимую рвоту. О, то была знатная вонь. Но пока я зашивал нос и задыхался, я понял, что это не превышенный пердеж. Попутный порос надежды. Я разработал газ, который будет стимулировать у спор на Пандоре ускоренный рост. Вопрос о том, как сделать этот газ безопасным для людей. Не знаю. Так, вопрос, как мне открыть ту дверь? Ладно, короче, с этой стороны не пройти. Только через верх получается. На продажу идет. Белый хлам я не хочу брать. Все путем наконец-то повезло. Один из моих парней нашел блестящую инопланетную безделушку. Показали. Они обещали нам повышить и большой участок земли. Я вернулся и рассказал об этом людям. Парни не смогли сдержать свои чувства. Мы вскрыли несколько пайков и отпраздновали по полной. Мы были похожи на сборище пьяных, смотрящих с надеждой в новый день. Блять, ладно, возьму. Кто мешает? Ну что, в принципе, задание мы выполнили. Отголоски прошлого. О, теперь у меня это открылось. Тут мы умрем. Пару дней назад был обвал. Парни все еще думают, что нас спасут. Не хватало мне духу сказать. Обвал был не случайно. Несколько парней уже обезумели, пришлось их ликвидировать. Студенты первой роты держатся только благодаря мне. Эти конченые сукины не содержат свое слово, но я сдержу. Мои люди потрудились на славу. Я добуду для них рай любой ценой. Ну да, парень... Неплохой оказался.
Да, Шейк. Ну, я про него ничего не скажу, типа. Он делает это ради своих, а не кого-то не будь. Один момент. Я тебя впущу. Кассис, слушай, ты черт. Твои услуги больше не нужны. Прекрати. Я в армейском изоляторе, не бойся, абсолютно не подвергайся воздействию газа, и я могу завершить тебе, что я использую. Слово абсолютно довольно некорректное. Помести образец крови вашего друга вон туда. Теперь просканируй образец антидота, заставит его споры войти в состояние ремиссии. И также он даст тебе иммунитет к газу. Окей. Ну что-то зона слишком большая. Очень зона здоровая. О, черт. Кровь вашего друга была испорчена из дезинфекционной камеры. Я исправлю это. Это нехорошо. Нам понадобится еще один образец. Больше нет времени. Открой аварийный отсек. Он, ну, там внутри находится. Я хотел ввести себе антидот, но нам нужна зараженная кровь, поэтому прошу тебя, используй мою последнюю просьбу. Исполни, давай. Бей меня! Ядовитый плющ. Что происходит? Так, подожди, а у меня есть же на этот, на кислоты ведь, так? Блять, у меня только снайперка на кислоты. Get what a strike! Познакомьтесь с моей подругой. Automated killing machine. Keep it up! Подожди, мне надо что? Взять яду. Oh, what a strike! Не то. Пожалуйста, быстрее. Блин, а чё стебли? А, стебли сами вылазят. Так. Это кислотная пушка, хорошо. Так, подожди, а давай я, наверное, заменю электричество на взрывы всё-таки. Пушка к бою готова. Нихера. Ладно, плевать. Oh!
нормально. Я тебя убью, подожди. Ну, типа, на самом деле он несложный. В принципе, сейчас за вот этот заход я его и убью. А вот и моя сторона. Так, хорошо. Если ты слышишь это, мне тебя жаль. Ты уже не живых, ты у меня вышло странное. Сердце, антидот сначала собери мою кровь. Так, давайте я перезаряжу все, что у нас есть. Так, автомат перезаряжен. Это перезаряжено. Ух ты, это же... Ух. Да-да. Привет, привет, добыча. Так, 1003 куска. 2400. Места нету. Да-да, теперь к метке на самой антидот машины. Быстро. Так, что здесь? Дешевый хлам есть? 1400. Так, ну мы антидот нашли. Этот антидот спасает твоего друга, так что он даст тебе иммунитет к газу, если он уже на чистоту. Если уже говорить на чистоту. Мне нравится этот звук. Ну что, давайте тогда, я думаю... Ладно, заберем. Крутой человек же возбуждает, как и его разум. Я немедленно начну синтез антидота, и тогда Касси будет... Внутри всех. Ты сделала это, убийца. Мордекай будет жить. А теперь давай вернемся домой. Убежище все еще привязано к комплексу. Рано радуйтесь, налетчики. Газ готов. Рай грядет. Вы уже ничего не сможете сделать. Ты должен оставить Гектора. Я никогда не думал, что скажу это, но Пандора замечательная, как она есть. Ладненько, давайте на этом с вами закончим. В следующей серии я прокачаюсь и отправлю. Ой, если все еще здесь, искать охранничал, передай Гектору, что Касси сказал. Ешь мои пердеши. О, нет, нет, нет. Скажи, книги это круто. Подожди, о, я понял, понял, понял. Я нагружу себе медалью, самая большая говноракета на всей Пандоре. Очко Касси. Ладненько, давайте на этом закончим. Следующая серия, походу, у нас будет финальная. Потому что локаций больше я никаких не видел, в которые я могу зайти. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.